Едешь, как обычно, на лифте с 708 на 380 на работу в НИИ Слизи. Лифт останавливается на 391. Выходишь, а там толпа ликвидаторов и каких-то людей в халатах. Спрашиваешь, в чем проблема? У тебя ведь идет опыт по облучению слизи, и тебе срочно нужно снять данные на 380. Вы что, не слышали? Все этажи с 378 по 386 замкнуло. Теперь туда не попасть. Можете сами посмотреть. Показывают планшет с трансляцией с камеры в коридоре на 382, судя по надписи. Видишь, вместо коридора огромное помещение, похожее на свалку из мебели и проводов. Стены стоят в случайном порядке и все в слизи. На видео по потолку кто-то ходит и записывает показания с каких-то приборов. Человек одет в до боли знакомые свитер и штаны. Вдруг понимаешь, что этот кто-то — это ты.